Друзья, всем привет. Сейчас я немножко подразберусь. Вот. Я хотел затронуть важный элемент защиты, про который частенько мы забываем. Так называемый пояс. Вот. Для меня лично это супер важная вещь, скажу честно. Не знаю, может быть, это тактильная тема, может быть, еще какая-то. Я вообще супер некомфортно себя чувствую, когда я езжу без этого, когда у меня не поддерживает ничего, как бы ни бока, ни поясницу, ни живот. Мне вот эта вещь просто необходима. Я считаю, что здесь есть супер важные элементы защиты в случае, как бы, не дай бог, если ты ударишься где-то поясницей, там, либо копчиком, либо еще чем-то. Потому что, как бы, здесь они имеются, можно увидеть, да, то есть, если, например, ты падаешь сюда, то есть, или, например, там падаешь, или мотоцикл на тебя падает, прижимает, то есть, вот эта часть, она должна быть защищена, потому что первое, на что вы упадете, на самом деле, потому что все инстинктивно скручиваются, ты упадешь по-любому, первым делом ты ударишься на копчик, копчиком или поясницей. Вещь супер необходимая, и даже не знаю, в плане даже посадки, когда ты пристегиваешь пояс, садишься, у тебя сразу все как бы, все находится на своем месте. Они бывают разные, я тоже сразу скажу, что мне подходят не все, то есть они бывают большие, бывают с большим количеством пластиковых элементов и каучуков, как они, прорезиненных или с чего они там сделаны, я не знаю. В общем, это в любом случае спецматериалы, которые реально защищают. То есть защищают, вентилируют, представляете, сколько здесь отверстий, специальные сеточки, то есть все это вентилируется, моется. Ну, в общем, эта вещь как бы очень удобная, она достаточно легкая. И вот, бывают разные, бывают с большим количеством пластика, что, например, мне не нравится, помечу, опять же, фристайл мотокросс, да, то есть мне важно, чтобы мне не сковывало движение. Этот как бы маленький, маленький, комфортный, но тем не менее он держит спину и как бы и защищает. Вот, каждый для себя сможет такую штуку подобрать, они бывают пристегнуты сразу встроенные уже изначально и в общую защиту, и бывают отдельные, бывают просто полосками, бывают вообще с большим количеством защиты, с большим количеством пластика, с меньшим количеством пластика. Но вот эта модель для меня, например, самая оптимальная, потому что она миниатюрная, легкая, удобная и практичная. Вот, поэтому пояс всем, кто не пользуется, я очень рекомендую и даю вам столько одному, что после использования вот этого элемента защиты без него потом будет ездить такое ощущение, как будто без перчаток или еще без чего-то. Я, например, без него ездить практически не могу. Так что рекомендую к использованию.